Всем привет, зрители и подписчики канала Рик Антона. Это Last of Us, ребят, прохождение без навыков выживания. В конце видео вы узнаете, что будет, если пройти всю игру без навыков выживания, не использовав ни одной добавки. Я понимаю, что игра очень старенькая, возможно, этот гайд не принесет больших просмотров, но в новогодние праздники мне очень хотелось пройти эту игру. Большую часть я прошел именно в праздники, оставшуюся прошел в течение января. Решил вам выложить все добавки, которые я нашел, все инструменты и некоторые такие самые интересные секретные места игры. Старался посетить каждый уголок, каждую стеночку пройти, каждую какой-нибудь кустик, ребят. Вроде бы получилось. Не забываем подписаться на канал, поставить лайк, нажать колокольчик. Ссылочка на инстаграм в описании. Всем пока. Ну а в новый год 2021, ребят, я таким же образом постараюсь пройти Last of Us 2 и, может быть, даже будет опять стрим. Всем пока, но он уже будет на PS5. Удачи, играйте в Last of Us и ждите третью часть. Давай искать. Значит, у тебя иммунитет? Марлин так считает. А как тебя укусили? Где это видно, чтобы в зоне напали зараженные? Ну, я любила удрать. Я училась в армейской школе-интернате. Любила удрать? Да. Побродить по городу. И в торговом центре наткнулась на зараженных. Туда полностью закрыт проход. Как ты туда попала? Потихоньку. Все, пошли. За мной, идем. Тупик. Гномы! Да, гномы. У меня была с ними целая книжка. В детстве я их просто обожала. А феечек нет, они стрёмные. Ну ладно. Чинить машину. Мы? И ты чинить собрался? Билл, слушай. Я же сказал, детали в другой части города.
Я туда никогда не хожу, потому что там зараженные. Нужно оружие. Домом. Идем внутрь. Давай, Элли. Охотники. На их месте могли быть мы. Надо же, сколько людей здесь погибло. Время читаю. Для меня слишком дорого. Роскошное местечко. Эй, подсадишь? Порядок.
Вот так. Круто. Элли понравится. Я? Нет, ребят. Отдохнем, когда доберемся до радиовышки. Ладно. Черт. Теперь ты. Ладно. Бросить? Ага. Ух ты! Да я талант. Повезло! А вот и нет. Просто повезло. Иди отсюда, задавака. Вот так. Тьфу. Ужасно. Ну, ничья. Не-не, ты вчистую проиграла. Что значит я проиграла? Это же явная ничья. Ага, ладно. Вот так.
Не веришь? Я так не говорил. Братская кличка. Нам туда. Не открывается. Порядок. Не ударься! Порядок. Thank you.
отрядах.